Добро пожаловать, мы так рады, что вы с нами. Мы продолжаем серию о забеге, который Бог отмерил для нас. Никто не должен бежать один. Тот, кто обещает, что поможет вам удержаться на бегу, обещает бежать рядом с вами до самого финиша. Поэтому не теряйте веру, будьте сконцентрированными. 1 Коринфянам 9:24. Это стих, который мы изучаем последние пару недель. Павел пишет: «Разве не знаете вы, что все бегуны на ристалище участвуют в беге, но один получает награду? Бегут все, но выигрывает только один». А то, что сказано дальше, давайте скажем вместе. «Так бегите же так, чтобы выиграть. Смотрите на победителей и бегите так, чтобы победить. Если вы хотите победить, бегите как те, кто уже выиграли». Помните, мы говорили вам, что мы как церковь хотим помочь вам выиграть. Если вы были здесь на первой неделе, то мы разбирали, что значит побеждать по жизни. Я рассказывал вам о том, что я как пастор имею честь находиться с людьми, когда они переходят из одной жизни в другую. Я был рядом с людьми за несколько минут до их смерти и за несколько дней до их перехода в вечность. Как я уже говорил вам, никто из них не говорил о том, сколько денег они заработали, какой успешный у них бизнес. Никого из них не волновало, чисто у них дома или нет. Единственное, что их волновало и заботило, это их отношения с Богом и отношения с их семьей и друзьями. Их волновало лишь то, есть ли у них отношения с Богом и какие они, а также отношения с их близкими. Это все, что их волновало. Смерть обрамляет нашу жизнь, помогает нам сфокусироваться на том, что действительно важно. И церковь — это единственное место в жизни, которое помогает вам в построении этих самых важных отношений в вашей жизни. Никакая другая организация или бизнес не занимаются тем, что является самым важным в вашей жизни. Церковь помогает вам выиграть в том, что важнее всего. Мы помогаем вам познать Бога и развивать отношения с Ним. Мы помогаем вам найти свое предназначение, чтобы вместе завоевывать этот мир. Как только вы поймете, почему Бог поместил вас в этот мир, жизнь вдруг обретет смысл, все кусочки пазла сойдутся вместе, вы даже понимаете, как то ужасное, что случилось с вами несколько лет назад, Бог использует во благо. Ваша жизнь приобретает смысл, когда она соединена с кем-то вечным. Она обретает вечную значимость. Ваша жизнь побеждает, потому что вы часть чего-то большого, и на вас рука Божия. Вот чего мы хотим для вас. Мы хотим, чтобы вы пробежали свой забег хорошо, и хотим помочь вам победить. Вот в чем был смысл забега апостола Павла. Начинал он не как апостол Павел, он начинал как гонитель церкви, был убийцей, у него даже было другое имя, его звали Савл. Он был против всего, что как-то связано с Иисусом. Но это говорит мне о том, что первая часть вашей жизни не должна определять вторую. Первая часть вашего забега не должна определять вторую. Ваша история не должна определять вашу судьбу. Павел написал большую часть Нового Завета. Он был в тюрьме. Его много раз избивали, и все это из-за его веры. Он сталкивался со страхом, разочарованием и даже с нападками других христиан. Другие апостолы периодически атаковали его, но, несмотря на все это, он продолжал бежать, делать то, что определил для него Бог. И в конце своего забега он написал письмо одному из своих духовных сыновей, Тимофею. Вообще-то он написал Тимофею два письма. Первое он писал из тюрьмы в Риме. Вернее, у него был домашний арест. Читая первое послание к Тимофею, вы видите, что Павел пишет его с надеждой и уверенностью в том, что скоро его освободят, и он снова будет проповедовать Евангелие. Но второе послание было написано 6 лет спустя. Тут у Павла совсем другая интонация. Он понимает, что его конец близок. Нерон убивал всех христиан в Риме. И Павел понимает, что он следующий. Именно с таким отношением он пишет второе послание Тимофею. И в 4 главе 7 стихе мы читаем: «Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру. И теперь меня ожидает венец победителя, награда за жизнь праведную. Господь, судья справедливый, увенчает меня им в тот день.
Послушайте, «Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру». То есть Павел говорит, «Я закончил в силе». Закончил я хорошо. И сегодня я хочу поговорить о том, как это сделать. Как закончить в силе. Многие люди хорошо начинают, но потом они сдуваются. Вера. Чтобы начать, это хорошо, но сила Духа, чтобы закончить, это еще лучше. Итак, как же нам закончить в силе? Кто-то сейчас думает. Тот, я не думаю о том, как закончить в силе. Я только начинаю свой путь. Мне всего 16 или 20. У меня еще вся жизнь впереди. Эта тема меня не касается. Можно я лучше футбол посмотрю? Нет, нельзя. Это послание для вас. На каком круге вы бы сейчас ни были, сейчас самое время, чтобы сказать, «Господь, а как мне закончить этот забег? Как закончить в силе?» Мы точно знаем, что ваше предназначение — это не тайна. Вы не придете куда-то, не понимая, как вы там оказались. Нет, ваш путь — это не тайна. Он определяется решениями, которые вы принимаете сегодня. Поэтому сегодняшний день очень важен. Ваши сегодняшние решения приведут вас в ваше завтра. Поэтому убедитесь, что ваше решение правильно. Ваши шаги сегодня определяют ваше направление завтра. Поэтому убедитесь, что идете туда, куда хотите прийти. Если вы спросите любого бегуна, что он делает, чтобы хорошо закончить забег, он вам скажет, что нужно сфокусироваться на призе. Кстати, хорошие марафонцы скажут вам, что еще до начала забега в своей голове они видят себя пересекающими финишную черту на отметке 42 километра. И они держатся за этот образ на всем пути. Майкл Фелпс много раз участвовал в Олимпийских играх. Перед заплывом он стоял у бассейна в наушниках и ни с кем не разговаривал. Он был сконцентрирован. Когда его спрашивали, что он делает, он отвечал, «Прокручиваю в голове каждый этап и вижу себя победителем заплыва». Он видит себя победителем еще до того, как это произойдет. Это похоже на веру, не так ли? Вам нужно также подходить к своей жизни. Ученые занимались изучением олимпийцев. Они поделили всех спортсменов на 4 группы в зависимости от расписания тренировок. Затем тренировки разделили на физические и умственные. Группа 1 занималась только телесными тренировками. Группа 2 занималась и телесными на 75%. И также они тренировали свой ум на 25%. Группа номер 3 — 50 на 50, а группа номер 4 — лишь на 25% занималась телесными упражнениями и на 75% умственными. И ученые пришли к выводу, что группа номер 4 превосходила всех остальных спортсменов на Олимпиаде. Важно то, о чем вы думаете. Важно, чтобы вы увидели финиш в своей голове. Важно, чтобы вы были сконцентрированы на призе. А вы видите себя на финише? А как вы выглядите, пересекая финишную линию? Давайте на минуту перенесемся на ваши похороны. Вы мертвы. Предположим, что вы прожили хорошую и долгую жизнь. Вы дожили до 99 лет. У вас прекрасная семья, дети, внуки, правнуки. Вы умерли, теперь вы на небе, и смотрите с небес, и видите своих родных, близких, соседей. Что бы вы хотели, чтобы они сказали на ваших похоронах? Какие слова вы хотели бы услышать от них? Вы бы хотели, чтобы они сказали, «Это был такой порядочный человек, он был человеком слова». Он всегда держал свое слово. А еще он был таким отзывчивым. Он всегда помогал, когда мне нужна была помощь. Он всегда помогал мне нести мою ношу. Он был таким хорошим отцом и дедом. Он был примером настоящего последователя Иисуса. Такие слова вы хотите услышать. Но это не может произойти случайно. Вам нужно намеренно бежать именно так, чтобы именно так пересечь финишную линию. Пару недель назад мы отмечали жизнь одного из наших пасторов, пастора Мартина.
Он ушел в вечность. Мартин Хаул был невысоким ямайцем, который переехал сюда из Ямайки много лет назад. У него было огромное сердце, но он очень любил Бога. Он приехал сюда, чтобы работать на плантации сахарного тростника. И прямо там, на плантации, он пережил встречу с Иисусом, и его жизнь изменилась навсегда. Он начал посещать тюрьмы, дома престарелых и другие места, чтобы проповедовать там Евангелие. Он нес людям надежду в Иисусе Христе, и на его похоронах я много раз слышал, каким он был любящим, милостивым, молящимся, добрым и всегда был готов послужить. На похороны приехали люди из домов для престарелых. Они буквально заполнили тот зал, где мы проводили похороны. Это были люди, чью жизнь изменил Мартин Хаул. Я подумал, что тоже так хочу. Закончить свой путь именно так. Но если вы хотите закончить свой путь хорошо, то вам нужно уже знать, куда вы хотите прийти. Послушайте еще раз этот стих. «Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру». Я вижу три вещи, которые были важны для Павла и должны быть важными для нас. Во-первых, я доблестно сражался. То есть важна ваша решимость пробежать этот забег. Путь будет нелегким. Это не будет похоже на прогулку по парку или пробежку вдоль пляжа на закате. Ваш забег будет не таким. Иногда вы захотите сдаться. Столкнетесь с сопротивлением. Люди будут говорить и делать вам разные вещи, и вы захотите сдаться, поднять белый флаг. Но вы должны понять, что вы должны не сдаваться, а подниматься и продолжать бежать. Трудности, которые вы проходите сегодня, это ваша сила завтра. Трудности сегодня — это ваша сила завтра. Развивайте в себе решимость и настойчивость. Но будут моменты, когда одной решимости будет недостаточно. Будут моменты, когда вы натолкнетесь на стену, и сколько бы решимости у вас ни было, вы не будете знать, какой шаг сделать дальше. Например, марафонцы. Мы знаем, кто вы, потому что у вас есть наклейка на бампере 42 километра. Мне нужно, чтобы кто-то сделал мне наклейку. Да, я немного завидую, но марафонцы говорят, что пробежав полпути, они больше не могут. Они полностью истощены, ноги как бетон, а мозг говорит, впереди еще столько же, и они хотят сдаться. Я задумался над тем, что в жизни тоже такое происходит. Бывают периоды, когда вы чувствуете себя полностью истощенным духовно или эмоционально, и вы не знаете, как сделать еще один шаг. Ваши силы на исходе. Я хочу сказать вам, что это нормально. Вам нужно полагаться не только на свои силы. Как последователи Иисуса, вы имеете доступ к тому, что недоступно другим людям. У вас есть доступ к силе не от этого мира. Библия говорит, что эта сила живет внутри вас, если вы во Христе. Павел говорил, тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет внутри нас. Нам нужно пользоваться этой силой. Нам нужно ходить и двигаться в силе. Последние недели мы говорили о том, что нужно делать, дабы победить. Вы должны приходить и иметь поддержку и так далее. Но при всем этом вам нужно убедиться, что вы в одной команде с Ним, с Духом живого Бога. Если кто-то нужен вам в команде, так это Дух Святой. Ходите в этом Духе, двигайтесь в Нем. Библия говорит о крещении во Святой Дух. Крещение — это когда человек уходит под воду, и все его тело покрыто водой. Когда Библия говорит о крещении в Святой Дух, это значит, что вы полностью покрыты Духом Божьим. Вы больше не пытаетесь ходить только в своей силе. Вы полностью сдаетесь и подчиняетесь Ему. Я рекомендую вам ходить в Духе. Как это сделать? Каждый свой день начинайте со слов «Дух Святой». Я не смогу пробежать этот забег один. Дух Святой, наполни меня сегодня. Покрой меня полностью, чтобы, куда я ни шел, чтобы я ни делал, Твой мир был на мне. Покрой меня своей силой, чтобы я действовал не в своей силе, а в Твоей. Вы имеете к ней доступ, потому что вы последователь Иисуса Христа.
То, о чем мы говорим сегодня, поможет вам прийти в место победы. Мы говорим, что победители приходят. Важно, чтобы вы приходили на такие встречи, потому что тут вы учитесь слышать голос Духа. Учитесь тому, что Он хочет влиять на ваши понедельники, вторники, хочет наполнять вас своей силой и учить вас, как слышать Его голос. Вот почему приходить так важно. Мы также говорили, что команда — это важно. Иисус говорил, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Когда вы собираетесь вместе на домашнюю группу или молитву, Иисус не присутствует там во плоти, но Он говорит, что будет среди вас. Что же это означает? Когда Он уходил, то сказал, «Я пошлю Свой Дух, и Он всегда будет с вами. Он будет направлять вас». Будет подсказывать вам, что делать и что говорить. Он будет с вами каждый миг вашей жизни, но вам нужно позволить Духу Божьему делать Его работу в вашей жизни. Позвольте Духу Святому поселиться вашим сердцем. Вот что это значит. Скажем это так. Победители заряжаются силой, чтобы двигаться дальше в силе. Вы не сможете двигаться в силе, если не зарядитесь силой. А если вы не зарядитесь силой, вы сдадитесь. Вам нужно зарядиться силой, чтобы двигаться дальше в силе. Второе, что говорит здесь Павел, «Я закончил состязание». То есть важна не только ваша решимость, но и ваше направление. Он говорит, «Я закончил свой забег». Кто может сказать, что вам сложно найти нужное направление? Вы часто теряетесь. Даже если Siri говорит «идти направо», вы идете налево. У меня тоже есть такая проблема. Каждый раз, когда мы едем в Орландо, я теряюсь. Не знаю, в чем дело. Может, это из-за некоторых дорог? Они меня путают. Они говорят «Мир Диснея в этой стороне, оказывается, он вообще в другой стороне». Я теряюсь, когда люди показывают мне дорогу только на слова. Они говорят «Езжайте сюда». Через три улицы поверните направо, потом налево, потом за углом увидите дом. Ой, что там было вначале, я уж не помню, направо или налево. Меня это только путает. К тому же многие мужчины не спрашивают дорогу. Мы сами разберемся. А что мы делаем, если теряемся? Едем с еще большей уверенностью. Да, у меня все схвачено. Вот что я понял. Если вы потерялись, вы не планировали теряться. Никто не думает, сейчас я сяду в машину и заблужусь. Никто так не делает. Никто не теряется намеренно, но люди все равно теряются. Кто-то сказал, ваше направление, а не ваше намерение, определяет ваш пункт назначения. Запишите это. Ваше направление, а не ваши намерения, определяют ваш пункт назначения. Например, вы решили поехать с семьей в Орландо и провести там несколько дней. Неважно, как сильно вы хотите увидеть Микки Мауса, и как хорошо вы упаковали свои вещи, и даже неважно, как хорошо вы помолились, «Господь, благослови нашу поездку в Орландо». Если вы не выйдете на I-95, то все остальное неважно. Вы не попадете в Орландо. Вы окажетесь в какой-то Гаване или еще где-нибудь. А там хорошо бы знать испанский язык. Неважно, как сильно вы надеетесь попасть в Орландо. Вы туда не попадете. Мы понимаем, что направление, а не намерение определяет, куда вы в итоге попадете. Но иногда мы не понимаем этого о нашем жизненном пути. Люди говорят, «Однажды у меня будет прекрасный брак. Я хочу такой брак, как у вас с Джули». А через 2 месяца я вижу, как он встречается с девушкой, которая даже в церковь не ходит. Что это такое? Она такая красивая. Она пришла на работу, и я увидел, какая она красотка. Ну или же так. «О, этот парень такой симпатичный, такой крутой. Я хочу встречаться с ним». А он Иисуса любит? Нет. Я называю это миссионерские свидания. Надеюсь, что через меня он придет к Богу. Молитесь вместе со мной, чтобы он пришел в церковь. Нет, я буду молиться о том, чтобы вы расстались. И ты нашла мужчину, который живет с Богом и любит Иисуса еще больше, чем ты. Вот за что я буду молиться. Вы никогда не придете туда, если будете двигаться в этом направлении.
Ваше направление, а не ваши намерения определяют ваш пункт назначения. Я слышал, как люди говорят: «Хочу выйти из долгов». Я хочу помогать бедным и поддерживать миссии. А потом? Вижу, как они покупают в кредит то, что им не нужно, чтобы впечатлить знакомых им людей. Прекратите это делать. Не ваши надежды, не ваши молитвы, а путь, по которому вы идете, определяет то, куда вы придете. Вопрос: какой путь мне выбрать и как пойти в нужном направлении? Спасибо за этот вопрос. Притча, 3 глава. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Итак, надейтесь на Господа, а не на себя. Не полагайтесь на собственное понимание, свои знания, опыт. Ищите Его во всем, что вы делаете, и Он покажет вам, какой путь избрать. Каждый день, а не только в церкви в воскресенье, спрашивайте: «Бог, что ты желаешь, чтобы я делал?» Я научился этому так. Надейся на Бога и не полагайся на свой разум. Признавай Его во всем и всегда, и Он направит твой путь и сделает его прямым. Признание Бога означает, что я признаю, что Он Бог, а я всего лишь тот. Я признаю, что тебе виднее. Я признаю, что ты, как Творец жизни, лучше знаешь, как мне следует жить. Я признаю, что твои пути и мысли выше моих путей и мыслей. Господь, я буду признавать тебя во всех моих путях. Не на некоторых, а на всех. А это значит на учебе, на работе, в пятницу вечером, в интернете и так далее. На всех своих путях вы признаете, что Он Господь, и что вы больше не принадлежите себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. И тогда Он будет направлять ваш путь. Возможно, сегодня ваш путь идет не в правильном направлении. Возможно, вы даже не понимаете, как здесь оказались. Знаете, что сегодня вы можете изменить это направление. Сегодня Бог может вернуть вас на правильный путь, чтобы вы пошли туда, куда нужно, и выиграли свой забег. Все куда-то приходят, но мало кто приходит куда-то намеренно. Будьте в этой небольшой группе, которая приходит туда, куда задумал Бог. Итак, если вы хотите выиграть забег, то важна ваша решимость, важно ваше направление, а также ваша доктрина. Павел говорит: «Я веру сохранил». Если вы не знаете, что такое доктрина, то запишите: «Истина важна». Слово «доктрина» означает любое учение или система верований. Для тех, кто любит Бога, доктрина — это то, чему учит Бог. На греческом это будет «дедакте». Кажется, я впервые произнес это правильно. Повторять не буду, потому что могу снова ошибиться. Оно означает «учение Иисуса». Новый Завет — это учение Иисуса, истина, которой Он учил. И в том же послании к Тимофею, где мы читаем о забеге, Павел пишет: «Все Писание богодухновенно». Все, а не только то, что вам там нравится. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Павел говорит: «Я веру сохранил». Чтобы он не проходил, какими бы ни были его дни, отвечал Бог на его молитвы или нет, как бы ни преследовали его люди, все это не имело значения. Он держался за истину. Он держался за Бога. Он сохранил веру. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 32 стихе, Иисус сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но вы должны понимать, что речь не об одном отрывке, а обо всем учении Иисуса. В Евангелии от Иоанна также сказано: «Вы познаете истину». Но когда именно? Когда это будет? Это можно узнать из предыдущего стиха. «Если пребудете в Слове Моем», представьте, что это значит. «Если вы пребудете в Моей доктрине, в Моем учении, и будете постоянно повиноваться Моему учению и жить в соответствии с Ним», то есть мне нужно и жить еще соответственно, «тогда вы истинно Мои ученики, познаете истину».
Истина сделает вас свободными. Единственный способ, как вы можете пережить свободу в своей душе и в своей жизни, это знать и жить в соответствии с истиной Божией. А для этого нам нужно пребывать в доктрине, в учении. Она должна проникнуть в наши сердца. Доктрина Иисуса создана не для того, чтобы сдерживать вас и не давать вам жить так, как вам хочется. Она должна дать вам свободу, чтобы вы жили на полную. Иисус пришел, чтобы дать вам жизнь и дать с избытком. Если вы будете идти по Его пути, то можете прийти к этому. Некоторые из вас думают, почему на вашем пути такой беспорядок? Вы не понимаете, как вы сюда попали. Вы этого не хотели и не планировали. Но я вам гарантирую, что где-то на пути вы отошли от этой истины. Библия должна быть светильником для ног наших и светом для нашего пути, чтобы мы знали, куда нам идти. Если я не применяю ее к своей жизни, то я хожу в темноте. Я могу прикладывать все усилия, но в итоге окажусь здесь. Хотя у Бога есть для меня другой путь. Тот, если ты останешься на этом пути, ты будешь благословлен и одержишь победу. Кому-то сегодня пора вернуться на Божий путь. Пора принять истину Божию, чтобы вы могли выиграть этот забег и сохранить свою веру, тогда вы хорошо финишируете в своей жизни. Спасибо за то, что смотрели нас. Надеюсь, сегодня вы решили доблестно сражаться и пробежать забег, который Бог отмерил для вас. Если вы понимаете, что сбились с пути, то я хочу сказать вам, что никогда не поздно. Не позволяйте вашим разочарованиям направлять вашу судьбу. В послании к римлянам апостол Павел написал, что надежда не разочаровывает, потому что любовь Божья была излита в наши сердца Духом Святым. Видите, Иисус хочет наполнить вас собой и своим духом, чтобы ваша жизнь имела вечную цель. Он может превратить ваш беспорядок в послание, но вам нужно довериться Ему. И я хотел бы помолиться вместе с вами, если вы хотите открыть свою жизнь для Христа. Если это так, повторяйте за мной. «Дорогой Господь Иисус, спасибо за то, что любишь меня. Прости мне все мои грехи и все мои ошибки. Войди в мою жизнь и сделай меня новым человеком изнутри и снаружи. Я хочу быть христианином, последователем Иисуса Христа. Я буду следовать за Тобою всеми силами до конца моих дней. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословений вам. Увидимся через неделю.